Здравствуйте! Поиграем в супер-мега-крутую гоночку, ребят. Для БКшки, естественно, нашей любимой. Чё-то, правда, я не могу... не могу как-то в нее пройти. Ну, видимо, тренироваться надо так. Здесь просто очень большая скорость. Я вот начинаю просто не вписываться в повороты. Здесь просто большую часть игры нам будет мешать вот эта машинка драная тут. О, обошел я, замечательно. Хрена себе он разогнался. Вот это звук. Не-не. Ух ты, ёлы-палы, а тут разве его возможно управлять? Ой, вот это меня прёт. А на такой скорости играть невозможно. Во-первых, она быстрее, чем оригиналка, ну ладно. Здесь, видимо, на время игра, но я, ребят, не помню точно. На какое время она рассчитана? Ну, в принципе, я много машин уже объехал. Здесь надо постоянно сжать вперед кнопку, чтобы было ускорение. Опять сейчас драная машина. Нет, обогнала, да? Она постоянно вот в тупик меня загоняет. Не, на максималку я даже не буду пытаться разогнаться. Я уже понял, дохляк. Вот на такую скорость еще можно поиграть. Видите, опять, все равно здесь, если уже вошел в поворот неправильно, машину не получится объехать. Шестяк. Ну вот, все, вот такая скорость. По-моему, это и то предел. Но тупо, машину невозможно объехать, никак. Во-первых, он так скорость быстро не скидывает. Во-вторых, машина очень толстая, на полтрассы занимает. Блин, это сложнее даже, чем атаревский поле позишн. Ну никак, ну вообще никак, невозможно. Ага, все, да, 3 попытки и все, мясо. И жалко, что пока музыка не отыграет, не дадут играть. То есть здесь ни ручника, ни хрена нету, просто быстрее и медленнее все. Управление банально примитивное. Ладно, я постараюсь, конечно. Нет, ну скорость замедляет, но он очень медленно ее замедляет. Да, ну вот так вот можно. Ага. Да ну я понял, я уже понял свою ошибку. Все-таки замедляет он быстрее, чем разгоняется. Ну ладно. Скажем так, быстрее реагирует на замедление. Уж и я не успеваю реагировать. Куда? Ну, так можно пытаться, конечно, обогнать их.
Да, я просто вначале слишком сильно разогнал машину и не понял, что мне дальше с этим делать. Да, вот на таких надлинных участках надо ее обгонять, я понял. Нет смысла, да, здесь носиться на максималке. Сейчас сразу же вздрючат. Смотри, что-то даже получаться началось. Все равно взорвался. Ну ладно. Я уж старался, но неудачный. Просто поворот неудачный был. А за сколько тут времени надо все это пролететь. Да, главное просто вовремя вписываться в повороты, чтобы машина в это время... Да, управление здесь реально корявое, просто во время сброса скорости управление не работает почему-то. Не знаю, в чем прикол, но, наверное, такая задумка. Кстати, ребята, нас эту игру тоже не сильно-то уважали. Она была одна из таких очень нервных, скажем так. Нервную игру у нас любил только я. Особенно бесплатно. Я точно помню, что я до конца трассы доходил в этой игре. Концовка этой игры точно есть. Есть! Есть, ребят, я смог! А нифига себе! Жестяк! Таки я смог пройти эту игру. Ну, я думаю, что нет смысла дальше играть, потому что здесь, в принципе, никаких уровней сложности нету. Сейчас давайте посмотрим. А, рекорд 296. А, ваше время 296, ваш рекорд 2700. Я не знаю, что это такое. 296 это, видимо, в секундах время. Смотрим дальше. Да, ребят, все, видите, здесь никакой сложности нету, просто такая игра, как бы, на... Поиграл так и забыл. Ну, у кого приятные воспоминания, кому понравилось, ребят, лайкайте, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы смотрите гостем. У нас много игрушек на БКшке будет, это далеко не последнее. И на Atari, и на прочем... На прочих платформах, кто не в курсе, ребят, заходите, ну, в шапку канала, там будет написано, что я обычно прохожу. Ну, и кто, ребят, кто может поддержать по-другому, ссылочки будут в описании. Завсегда рад. Всегда буду рад делать новые видосики. Всем удачи, заходите.